Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, как всегда, отличное настроение. Гусанёк, поздравайся. Всем привет. Сегодня у нас прохождение хоррор-карты, называется Surface. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. О, звони в дверь. Ну-ка. This door, it's key. Короче, ну, нам нужен ключ. Так, ну давай обойдём. Ух ты, ё-моё! Там какой-то челик черный стал за окном. А вот такие хорроры мне уже нравятся. Так, подожди, а где нам ключ взять? Давай понажимаем все, может где-то под камушком. А, вот ключ, смотри, под кактусом. Во, я бы так само заныкал, серьезно говорю. Отлично. Что-то я в этот дом уже боюсь заходить. Я тоже. Так, давай будем смотреть, что здесь и какие интерактивные вещи здесь есть. Так, дверь закрыта. Кстати, у нас ни фонариков, ничего нет. Пустые руки. Это плохо. Это отлично. Так, ну, под чайник. Да. Я теперь буду заглядать под чайник и везде все смотреть. Вдруг разработчик где-то запрятал классную карту. Ой, ключик. О, еще один ключ, смотри. О, отлично. Так, стоп. Так, этот ключ, может, эту дверь открывает? Нет. Может, эту? А вот дверь даже другим цветом. Нет, не открылась. Походу, вон ту. Слышал, какой-то звук там был за дверью? Да. Будто кто-то упал. Так, это тоже не открывается. Может, эта дверь? Во! Кто у нас тут? Ой, я свет включил. Свет. А! Мне показало, там кто-то стоит, блин. Вот еще один ключик. Чпонь, есть. Без фонарика как-то тяжело играть. Если сейчас будут темные где-то локации. Так, закрыто. Закрыто. И двери я закрыты, считал, что ли? Вот. Паровозик едет, смотри. Угу. Кукла поворачивается. И звук стрёмный. Блин, сейчас будет скример, наверное. А ну-ка, ждем. И как будто дети кричат. Так, нифига не произошло. О, сундук можно открыть. А, о, еще один ключик. Это что, симулятор ключей? Прикольно сделано. Это разогревка, наверное, у нас. О, фонарик, наконец-то. Ну, проверь, если у тебя фонарик. Во. Там чувак лежал в ванной, видел? Да. Так. Закрыто. Я уже боюсь по этим комнатам ходить, что-то сейчас опять произойдет. Так, радио. Ого, звук стрёмный. Будто кто-то пердит. О, этот кот как будто мурчит. Так, так, так. О, так это пазл надо досложить. Так, ну это как проем дверной получается. Так. О, дверь открылась. Блин, в подвал надо идти, я что-то боюсь. Я не люблю карты, где надо идти вниз. Генератор или печка, что ли? Смотри, я картину повернул. Ого. Так, закрыто. Хорошо, давай дальше смотреть. О, блин, там чувак сидел на кресле. Тут какой-то призрак нас преследует. Ну да. Так, а ну-ка здесь. О, что за звук был? Ты, походу, ключ подобрал. Ну-ка. Не, закрыто. Значит, к той двери. А, ну идем. Может, открылась? Во, отлично. Блин, сейчас опять кто-то будет на стуле, да, сидеть? Нет. Не. Так, по-любому какой-то секрет есть, да? Давай смотреть. По-любому разработчик что-то здесь заныкал. Свечи зажечь. Во! Нифига себе. Это круто. Нычка такая прям. О, телевизор, что там показывает? Помехи. Какой интересный канал. Да, согласен. Оп, что-то как будто произошло. Это кнопка потайная. А ну-ка. Во, блин, прикольно, он такие секреты поделал. Реально надо прям знать, куда нажимать, это прям какой-то рандом. Так, батарея. А ну, стой, если я тут нажму. Ничего не происходит. А ну-ка. Я догадываюсь, куда батарею вставлять, я там видел как будто разъем под нее. Интересно, мои догадки будут верны или нет? А, уже открылась. А, уже открылась, тю. О, нету. Так, эта дверь закрыта. Во, отлично. Во, открылось, лифт. Блин, еще ниже. Ну ладно, да. Давай. Блин, я боюсь вниже спускаться. Давай, танцуй, пока нас не замочили. Ребята, если вы хотите еще хорроры на моем канале, напишите «мы хотим» и поставьте обязательно лайкосик, подписывайтесь и залетайте в Дискорд, пообщаемся. Все ссылочки где находятся? В описании. Совершенно молодец. Так, что-то мы очень низко спускаемся. Прям очень.
А во. Блин, сейчас какой-то скример будет. Вот у меня такая чуечка. Я бы так сделал, чтобы выходишь с лифта. А нет, ничего нету. Меня закрыли. Все. Там вот закрыто. Просто видишь, ты низкий, на гуся не реагирует. Ну понятно. Так, давай смотреть полочки, потому что может где-то тут что-то заныкано. Ты видишь, тут интерактивные все предметы? Ну да. Блин, я вот это боюсь, длинные коридоры. Такое ощущение, что сейчас в конце что-то будет. Блин, это тень. Я думал, кто-то стоит уже. Запугали меня. Так, здесь калитка у нас. Давай здесь посмотрим. О-оу. Еще одна. Дробаш. А я дробаш не могу взять. Так, это закрыто. А ну-ка, понажимаем все подряд. Так, здесь... Так, ну тут, по идее, ничего нету. А, стой! А. Вот, аптечка, тебе не надо жизни пополнить? Не. Монтировочка появилась. А вот это уже хорошо. Видишь? Во, да. Идем. Интересно, что за эта дверь? О, я тпхнулся. А ну ты ко мне тпхнися. Во. Это очень странная анимация. Но это для оптимизации карты. О, черепушка. Так, с ней взаимодействовать никак нельзя. Я уже боюсь туда идти. Да это что за... О! Дима! Гусанё! Да что ж, гуси... Все гусизок на меня реагируют. А, так ей надо нажимать. Face the horses. Так, лицо коня. Типа, кони повернуть? Не знаю. Да. А ну-ка, давай. Во. А как их надо повернуть? Стой, а может к двери? А может от двери? А ну, стой. А ну, да. Нет. А я слышу какие-то звуки, щелчки идут, как будто мы что-то делаем, но оно ничего не происходит. А ну давай. Так. Не работает. А так? Во, надо было, чтобы к двери было повернуто. Блин, я боюсь идти. Я думаю, что сейчас что-то будет. А, куда мы тащимся? А что это за... Какие-то штуковины стоят. Я просто встаю и все, заморозился. А ты где? Фух. Блин, я боюсь нажимать. Кто? Ох ты, блин, нас перекинуло. А вот дверь закрыта. А замок не открывается. А, я понял, куда мы тпхнулись. Мы немножко назад вернулись. Для того, чтобы открыть этот замок. А для того, чтобы его открыть, надо что нам? Может, дробаш мы возьмем? Нет. Может, тут надо нажать? Аккумулятор. Подожди, а куда нам аккумулятор? Я не знаю. Топор нельзя взять. Так, какой-то здесь прикол. По-любому, ну ящики, бутылки. Что там здесь надумал? Только я не знаю, что. Пила, да, лежит? Как будто вот этой пилой можно замок распилить. Mm-hmm. А, я знаю, что надо сделать. Бросай аккумулятор. Смотри. Мне кажется, что надо аккумулятором дать по замку, и он отвалится. Давай проверим мои догадки. Подожди, это не та дверь. Так, вроде это та была дверь. Да? Так это как раз таки дверь. А где замок? Так, подожди, разработчик что-то накрутил нам. Ну а если? О! Так, я не понял, я вернулся назад? Так, я опять назад вернулся. Может, люстру нажать надо? Да блин! А я могу туда с аккумулятором пройти? Не могу. Не, ну аккумулятор, может, нам и не надо? Может, возможно. И надо. Так, блин! Как пройти? Что он тут намудрил? Так, возвращаемся назад. А, вот. Давай ломаем доски. Так, ждем скример. А что это за... Тут льется дерьмище какое-то. А, лезем наверх. Во. Отлично. Здесь тоже, наверное. Давай посмотрим, здесь ничего нету. А! Мячик выкатился! Нифига себе. Да блин, зачем вы так пугаете? А ну я могу разломать? Так, это статично. Просто напугали мячом нас. Так, открылось. О, я какой-то пузырек взял надувной. А ну это можно взять? А это уже не взял. А можно лопнуть? Нет. Хорошо, открываем. Так, это мы возвращаемся назад. А может там сюда надо? О, полезли. Ой, страшные звуки.
вот сейчас что-то будет, я бы так сделал, что вот ты лезешь, и перед концом какая-то штуковина вылазит. Давайте посмотрим, сделает так разраб или нет. Так, ты за мной идем. Какие звуки страшные, да? Угу. Кто-то скрипит. Отлично. Так, где это мы вылезли? Это мы в доме опять, что ли? Да. Закрыто. Нужен ключ. О! Я бы тоже так бы запрятал в кувшине. Так, это мы вернулись. Мы за забором. А, получается, мы с другой стороны уже вышли. А! Смотри! Смотри! Да ну нафиг, у меня мурашки аж по телу. Мы еще, ребята, записываем эту карту ночью. Да очень стрёмно. Что за штуковина была? Так, замок. Так, звук как будто отломается. Так, еще медленно открывается. И что, нам опять в дом? Походу. Давай до машины подойдем. Он для интереса просто. Может, мы уже выехать сможем? Такс. О, машина завелась. Все? Мы прошли. Так, thank you for playing в нашу карту. Типа, поставьте в воркшопе что-нибудь интересное, чтобы мне понравилось. Это так вкратце перевел, на самом деле, я не знаю, что написано, но думаю, что так. Ну что, ребят, мне карта понравилась, она очень интересная. Прикольные головоломки, классно сделанные всякие скримеры. 5 из 5. В принципе, в воркшопе так ей поставили. Это очень крутая карта. Если вам понравилась эта серия и эта карта хоррор, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.